Москва является одним из 10 крупнейших мегаполисов мира. В настоящее время ее население составляет более 12 миллионов человек. Ежедневно гостями столицы являются около 6 миллионов человек. На улице города для выполнения оперативно-служебных задач, связанных с охраной общественного порядка и борьбой с преступностью, регулярно заступают более 10 тысяч сотрудников полиции. Постоянная сопряженность с серьезными психическими и физическими нагрузками, а зачастую и риском для жизни, требует поддержания своей физической формы на высоком уровне. Ее постоянного совершенствования, регулярных занятий физической культурой и спортом. Успешное решение задач, стоящих перед органами внутренних дел Российской Федерации, во многом зависит от уровня профессиональной подготовленности личного состава. Необходимые общефизические и профессиональные качества сотрудники приобретают в рамках плановых занятий по физической и огневой подготовке, а также самостоятельных занятий в свободное от службы время. Профессиональная, служебная и физическая подготовка важна не только для вновь назначенных, но и для всех сотрудников, поскольку призвана постоянно обновлять и совершенствовать знания и умения в конкретных направлениях оперативно-служебной деятельности. В ходе плановых занятий сотрудники Главного управления развивают такие необходимые в повседневной деятельности и экстремальных ситуациях профессиональные качества, как силу и выносливость, быстроту и ловкость, совершенствуют свои навыки в применении боевых приемов борьбы в условиях, максимально приближенных к реальным ситуациям силового единоборства. Изучают правовые основы применения оружия и обеспечения личной безопасности, правила стрельбы, материальную часть, а также выполняют практические упражнения стрельбы из различных видов оружия. Только искреннее желание достичь высоких результатов и превзойти самого себя позволяет человеку преодолевать сложности, стойко переносить тяготы и лишения. Занятия физическими упражнениями и спортом на регулярной самостоятельной основе помогают непрерывно закреплять приобретенные практические умения и навыки. Вместе с тем, положительное отношение руководителей различного уровня к регулярным активным занятиям спортом ярко выражается в насыщенной спортивной жизни московского гарнизона. Ежегодно в рамках спартакиады Главного управления по 14 служебно-прикладным видам спорта, культивируемым в Министерстве внутренних дел, участвует все больше и больше сотрудников, что позволяет проводить целенаправленный и качественный отбор в сборные команды Главного управления. Кроме того, многочисленные спортивные мероприятия, в том числе грандиозные праздники и парады московской полиции, ставшие традиционными и популярными среди жителей города и гостей столицы, вырабатывают командный дух, способствуют налаживанию взаимодействия, положительно влияют на авторитет сотрудника полиции. Успехи сотрудника на занятиях по физической подготовке вызывают желание посещать секции по различным видам спорта, действующие в подразделениях Главного управления. На сегодняшний день их число достигло 56, что позволяет сотрудникам и членам их семей получать удовольствие от занятий полюбившимися видами спорта не только на спортивных сооружениях города Москвы, но и в 12 физкультурно-оздоровительных комплексах, а также игровых, тренажерных, борцовских и смешанных залах «Главка», число которых на сегодняшний день достигло 140. Поддержанию такой спортивной базы в достойном состоянии уделяется огромное внимание со стороны руководства различного уровня Главного управления. Только в течение 2015 года осуществлены ремонты 22 собственных спортивных сооружений. Сотрудники, показывающие высокие спортивные результаты, представляют свои подразделения, участвуя в составе сборных команд в спартакиаде Главного управления, на соревнованиях МВД России и общества «Динамо», а также международных полицейских состязаниях. Сотрудники-спортсмены московской полиции привлекаются в качестве членов национальных сборных команд России по различным видам спорта для участия в европейских и мировых первенствах. В целях активного развития и дальнейшей популяризации служебно-прикладных видов спорта, входящих в спартакиаду МВД России, созданы общественные федерации Главного управления МВД России по городу Москве, председателями которых стали руководители подразделений Главного управления и представители Москомспорта, имеющие опыт практической работы в подготовке сборных команд. Гражданин, посвятивший свою жизнь службе в органах внутренних дел, должен быть готовым в любой момент прийти на помощь людям, уметь защитить их от любых проявлений противоправных посягательств.
Оперативно-служебная деятельность и занятия спортом на протяжении многих лет неразрывно связаны между собой, что позволяет стражам порядка быть на высоте в любых, даже самых чрезвычайных ситуациях. Сотрудники милиции и полиции всегда были и остаются примером для граждан.